фестивале, собственно, и проводим фотопроект под названием «Медицина, технологии и человек». Девиз акции «Ночь искусства» этого года – «Искусство объединяет». И медицину мы считаем одним из проявлений искусства. Мы хотели бы нашей фотовыставкой показать то, как она меняет человеческую жизнь и то, как меняется сама благодаря новым технологиям. Вообще, я закончила сама медицинский тоже, поэтому я в теме. Но прекрасно знаю то, что, например, о разработках многих люди даже не догадываются. Мне, честно говоря, сначала немного не поверилось, что это у нас в Самаре. То есть первый наш в диалоге было, что это неужели это у нас такое происходит? То есть некоторые из инновационных вот этих технологий, которые здесь показаны, это ну, что-то такое очень необычное. Очень радует, что не стоим на месте, что на самом деле идет процесс обновления, и это очень восторг вызывает. Абсолютно все снимки сделаны в реальной клинической практике. С нами сотрудничают врачи-клиницисты, это нейрохирурги, это неврологи, это реабилитологи и врачи других специальностей, это преподаватели медицинского университета. Собственно, в своей практике они применяют как раз-таки оборудование, разработанное нашим Самарским государственным медицинским университетом. То есть это оборудование не где-то стоит, или лежит на полках, не приносит никому пользу. Это оборудование, которое реально работает, которое делает жизнь пациентов и врачей лучше. Моя история про молодого ученого и про то, что в Самаре вообще есть настолько глубокое погружение в медицину и такие технологии, и такие возможности. Несмотря на то, что стала героем одной из сюжетных линий, я все равно сейчас пришла как просто посетитель посмотреть про медицину, про людей, которые занимаются медициной, про технологии, которые помогают людям. И даже сейчас, рассматривая фотографии, я как будто бы сама подглядываю за свою жизнь. На самом деле это круто. Наши технологии, которые развиваются, которые помогают людям лучше жить, это замечательно. Очень интересно рассказано о достижениях художественным языком. Я думаю, что она очень полезна для того, чтобы ознакомиться с работой врачей, исследователей и для выбора будущих профессий. Врачи, медики, они помогают людям. И, возможно, есть какое-то такое понимание, что врач – это суперчеловек. Это так, но он еще и просто человек, у которого есть свои эмоции, есть то, о чем он думает, и показать изнутри жизнь врача. Эту человечность и гуманность врача как человека, который помогает другому человеку.